Твери начал работу многопрофильный медицинский центр «Эвалайф», который предоставляет не только медицинские, но и косметологические услуги. Это клиника широкого профиля с высококвалифицированными специалистами и современным оборудованием. Подробнее об этом в нашем сюжете. В Твери открылся многопрофильный медицинский центр «Эвалайф». Здесь предоставляются услуги в области медицины, врачебной и эстетической косметологии. В нашей клинике возможно проведение УЗИ различных областей и сдача анализов, более 3000 показателей для детей и взрослых. Также в нашей клинике возможен выезд врача на дом в пределах города, а также в районы. Прием ведут врачи высшей и первой категории по направлениям гинекология, терапия, неврология, кардиология, гастроэнтерология, эндокринология, урология. Выполняются лабораторные исследования, капельницы и УЗИ. Медицинский центр оборудован новейшими аппаратами со встроенным интеллектом, помогающими более точно проводить исследования и определять диагноз. Одной из популярных услуг в клинике является массаж. Общий лимфодренажный массаж бамбуковыми палками, выполняемый высококвалифицированным специалистом. Помимо медицинских услуг, «Эвалайф» предоставляет косметологические процедуры. Аппаратная косметология, уходовые процедуры, пилинги, смаз-лифтинг, игольчатый РФ, лазер и инъекционная косметология. Сейчас у нас зима, а это значит сезон пилингов и инъекционных процедур. Пилинг поверхности не имеет реабилитационного периода, значит, у нас не будет сильного шелушения, не будет покраснений таких сильных. То есть процедуры на выход. «Эвалайф» не просто клиника, а место, в котором пациент чувствует себя комфортно. Для каждого здесь предусмотрены скидки и акции. Все услуги, которые предлагает медицинский центр, меня устраивают вполне. Коллектив очень хороший, все доброжелательные. Работа многопрофильного медицинского центра «Эвалайф» направлена на индивидуальный подход к клиентам и, конечно же, достижение максимального результата в предоставляемых услугах.